Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о наших покупательских способностях, об автомобилях до 10 тысяч долларов. Какие можно купить варианты, присмотреть, что можно себе. Мы продолжаем снимать эту рубрику. Плейлисты я оставлю. Были уже до 2, до 4, до 6, до 8, сегодня уже до 10 тысяч долларов. И тут я немного отвлекусь, чтобы вы меня правильно понимали. Сейчас 1 число апреля. Я собирал информацию тщательно, так отсматривал варианты. Достаточно продолжительно это все длилось. И в процессе я заметил, что цены на машины немного упали. Вот на примере своих даже автомобилей посмотрел, цены немного все же упали. Но ничего, список от этого не меняется. Наоборот, даже выбор побольше будет, потому что на пару сотен все равно все так упало. Но я про вот эту рубрику от 8 до 10, потому что автомобиль там до 3-4, как правило, стоят на месте и держат свои позиции. А вот до 10, да, там на пару сотен упали. Но опять же, ничего страшного, только актуальнее этот список будет. Это видео про выбор вариантов до 10 тысяч долларов. Но так как меня смотрит очень много зрителей из России, всем привет из Бреста, это уже корректировка по цене, потому что у нас 10 тысяч долларов, а в России цены отличаются от наших примерно на 10-20% в среднем. То есть уже получается до 12 тысяч долларов для российского рынка. И это уже получается 974, там чем-то 975 тысяч рублей. Грубо говоря, до 1 миллиона. Вот выбор до 1 миллиона рублей. И еще одно обращение мне к тем людям, которые меня немного подзадолбали в комментах. Дело в том, что несколько дней назад мне написали коммент на видео вложение на B6 спустя полтора года владения. Сколько было вложено там и так далее. Видео вышло, на секундочку, 5 ноября 2019 года. А сейчас начало апреля 2023. Уже прошло 3,5 года, и люди пишут: ты где такие цены нашел, ты что куришь, ты что, блин, не в адеквате или что? Вы посмотрите дату публикации для начала, прежде чем писать такую хрень. Ладно, еще в комментах, что в соцсетях такое начинают писать тоже. Где ты запчасти покупаешь по таким ценам? Начинается про B4 писали тоже, что... А B4, блин, продан уже почти полгода назад. Его у меня уже нету давно. И все равно люди пишут: смотрите, пожалуйста, дату публикации, а потом уже задавайте свои вопросы. Ну что, поехали. Для тех, кто меня смотрит в первый раз, здесь не зависит по актуальности, кто был на первом месте, кто на втором, кто на третьем. Это просто порядковые номера, не более. Я из каждой марки выбираю варианты, чтобы я рассматривал бы к покупке. Ну, первая ВА, конечно же. По ВАГу до 10 тысяч долларов уже, конечно же, выбор есть. И первое. Все же можно купить много вариантов за такую сумму, но, как и в прошлых видео, я отталкиваюсь от того, чтобы минимальными затратами ездить на этом автомобиле. Безусловно, где-то будут жучки по кузову, где-то там нужно менять ГРМ, ходовое, все, вложение потребуется, но... Это вложение, да, может быть, вы можете купить за 9, а вложите еще 2-3. Со старыми машинами это не то чтобы нормально, но это естественно, и от этого никуда не деться. Но я избегаю здесь полного восстановления автомобиля. Конкретно я о чем? Вот как я купил А4 B7, и там минимальными затратами можно это все устранять, если кузова не касаться, в принципе, претензий нет к автомобилю. Но если уже до 10 тысяч долларов вы покупаете А4 B8, она, разумеется, посвежее, поновее, но там уже пробеги за 400. В основном все на переднем приводе на вариаторе за такую цену. Вариатор, если сломается, вы можете остаться без автомобиля, ходить пешком. И ремонт вариатора вам обойдется в хорошую копейку. Вообще, вариатор обходите стороной. Если, конечно, это не автомобиль там 3-4-летний с пробегом до 100 тысяч, либо там до 150, вот так примерно, где еще вариатор сотню может находить. Но тоже нужно смотреть по обслуживанию автомобиля. Так что это всех автомобилей касаться, без исключений. С вариатором лучше обходите машины. Ну и вот, из ВАГа можно купить еще А6C6 с каким-нибудь трехлитровым дизелем, так подзамученную, но все же А6 с трехлитровым дизелем. Но замена цепи ГРМа, как я рассказывал на обзоре, около 2000 долларов сейчас будет стоить. Это не считая там каких-то, может, проблем по электрике, по ходовой, замена масла там в коробке, может, с коробкой автоматом вам нужно будет еще повозиться. То есть на ровном месте затраты колоссальные. То же самое считается и А8D3. Особенно если вы дизельный тоже будете брать. То есть расходы
все равно колоссальный. Поэтому из Audi A4 B7 все же рекомендую. B8 вы не найдете идеальную. Ну, не то чтобы идеальную. Идеальную там за 20 тысяч. Но максимально живую, рабочую, обслуженную хотя бы основные узлы и агрегаты. Все равно это уже за десятку вылезаете. Так что A4 B7 за 8,5, за 9 там вообще шикарные варианты можно найти. И Audi A3. Примерно этих же годов. Потому что лезть уже в А6, в А8 я вам не рекомендую. Вас там они просто сожрут финансово. Хотя и неизвестно, как вам с А4 повезет, но с А4 все же меньше затрат, это все же D-класс. По Volkswagen, у Volkswagen, конечно, больше вариантов. Это тот же Golf 5-6, Jetta 5-6, 6 Jetta у нас была. И, кстати, Jetta была таксовая, с 550 тысяч, по-моему, пробега. Там много рассказывал. И на примере вот автомобиля видно, в каком состоянии, как он держится, в принципе. И скажу, что вот у Вага, да, славятся плохим кузовом, не самым топовым, скажем, да. Все же 6-я Mazda, 1-я гниет серьезнее, и многие другие автомобили. Но Ваг все равно славится не сильно крепким кузовом, но для 550 тысяч там автомобиль еще выглядел достойно и держался молодцом. Passat можно даже с 1.4, можно даже и 7 найти за эти деньги, но не рекомендую, все равно будет немного уже подзамучен, потому что чуть больше 10 B7 будет стоить, все равно 11 нужно. Passat, гольфы, джеты, стандартный набор. И еще полоседан. Полоседанов уже до десятки много в продаже, и если вы себе ищете надежную рабочую лошадь на каждый день, которая вот простая по конструкции и надежная, чтобы не подвела, до 10 тысяч долларов полоседанов уже достаточно в выборе, и можно себе найти действительно хороший автомобиль. Большинство автомобилей, которые я буду упоминать, были на канале, были на них обзоры, ссылку на плейлист я оставлю, можете там посмотреть, потому что здесь я не буду углубляться в технические параметры и распределять, что надежно, что ненадежно, с каким двигателем можно брать, с каким не нужно, лучше обойти. Все это было на обзорах, я не буду это видео здесь затягивать. По Шкодам, Октавия 2 рестовая, уже за эти деньги можно найти. Супер 2, я, кстати, снимал Супер 2 с 1.8 на DSG, там капиталка двигателя, ремонт DSG, сколько это все обошлось, вот владельцу он делал капиталку, ремонтировал, информация, думаю, будет вам актуальна. Цену примерно нужно в 1.5-1.7 раза умножить, чтобы было актуально на сегодняшний день, на сегодняшние цены, на сегодняшние реалии. И также Rapid, куда же без Rapid, полоседана хватает, также хватает и Rapid, но полоседанов больше, потому что их больше просто по количеству. Ну и Rapid уже можно найти по Seat'ам, Ibiza и Seat Leon 2. Seat Leon 2 я снимал, он был на канале. Дальше Citroen. C5, 2 и C4 тоже второго поколения. Уже хватает вариантов, уже можно выбирать, смотреть. За такие деньги можно найти себе достаточно еще живой вариант. Плюс преимущество, я уже говорил в прошлых видео, Citroen'а в том, что они очень хорошо сопротивляются коррозии. На них есть жучки, есть очаги коррозии, но не так критично, как у многих других конкурентов. Дальше Renault. Разумеется, Логан и Сандера, большинство за эти деньги, за 10 тысяч долларов столько выбора, ну как, ну самый дешевый это Логан, поэтому Логан и Сандера предостаточно за эти деньги. И первый Логан продается за такие деньги якобы в идеале. И на мой взгляд, самые оптимальные классные варианты за эти деньги это Меган 3 и Лагуна 3. Потому что Лагуна 3 были и вторые рестовые, их много, но на вторую она по надежности не такая классная. Все равно искал бы, может быть, даже влез в долги, но искал бы именно третью Лагуну. Потому что по электрике, да, у каждого есть свои нюансы, и все зависит от владельца, как что делать, колхозилось или нет. Нужно смотреть, проверять. Но все же третья Лагуна с 1.5 К9К, с этим двигателем был и Талисман, и Каджар, и Дастер, я уже тоже упоминал в прошлом видео это идеальный надежный вариант, и это серьезный аргумент, особенно так для молодой семьи. Максимально простой надежный двигатель, и автомобиль также неплох. Внешний вид, конечно, спорный, но для своей задачи отлично машина подходит.
Дальше идет Peugeot. Peugeot 407, уже до десятки, там последние года производства, уже классной комплектации. Есть уже выбор автомобилей. И 407 также по кузову очень хорош, он не выгнивает так быстро, как многие другие автомобили. 408 были, 308, парочка была 508, но 508 это уже будет с максимальным пробегом, максимально ушатанный автомобиль, так что за эти деньги 508 рассматривать не нужно. Дальше, разумеется, Toyota. Toyota — мечта идиота, что может быть надежнее. До 10 тысяч долларов уже по 40-кам Camry можно разогнаться. Уже есть выбор. За 8600, за 9 уже можно найти у нас лично хорошие экземпляры. И насчет Avensis'ов. Avensis'ов тоже хватает за такую сумму. Corolla 10 вот недавно был снят обзор. Я не знаю, когда он выйдет. Вот Corolla 10, даже Resto уже можно искать до десятки. А если до Resto, вообще будет идеал. Ну, хотя и Resto уже можно найти за такие деньги. Так что по Toyota же тоже можно разогнаться нормально. Auris и Yaris — это уже ниже классом. Auris, в принципе, это хэтчбэк Corolla, но все же в седане Corolla побольше, багажное отделение. Ну, кому как, уже по вкусу все же, да. А Yaris, они уже ниже классом, так что это уже ваш выбор, от вас зависит. Я смотрел именно C, D, там, может, E-класс. Вот именно такие варианты я подбирал в этот список. Дальше идет Ford. Mondeo 4, Focus 3, Fiesta 6, уже тоже полным-полно выбора, ну не полным-полно, но уже есть выбор за такие деньги, уже можно там разгуляться нормально, уже посмотреть, повыбирать варианты из того, что найти максимально свежий, а не из тех, которые есть за определенную сумму, которую вы обладаете. Дальше тоже популярная марка — это Opel, Opel Astra G, Insignia 1, Opel Astra G был на канале. Был и Opel GTC, трехдверный хэтчбэк, заряженный. Также Chevrolet Cruze, потому что Cruze — это дешевая версия Astra, по большому счету, но смотрится Cruze неплохо. В свое время по внешности брал 5 баллов, потому что машина выглядит дороже, чем есть на самом деле. Это C-класс, но внешний вид на тот момент был потрясающий в сравнении с многими другими конкурентами. Дальше Honda. За десятку уже можно и Accord 8 рассматривать себе. Civic'ов 8 просто очень много. И 9 Civic'и попадаются. Но лучше все же найти идеальный 8, потому что 9 это тоже будет, ну, практически низ рынка. Дальше идет Mazda. Mazda 6, Mazda 3. Вот 6-я Mazda уже второго поколения, разумеется. И в прошлом видео автомобиль до 8 тысяч долларов написал подписчик, что можно купить до 10 тысяч долларов с 2-литровым бензиновым атмосферником и желательно на автомате. Ну вот, пожалуйста, 6-я Mazda можно взять, 407-й Peugeot, Citroёn C5. Вот большинство автомобилей, которые называю, вот с 2-литровым двигателем можете искать то, что вам понравится, максимально свежий вариант, живучий. И опять же, то, что я, большинство, что я называю, есть обзоры на канале, посмотрите, там уже по техническую часть, что можно брать, что лучше обойти. Дальше идет Nissan. Sentra, 7-я Elmera, 3-я Antima, 4-я, ну и Tiana 2-я попадалась. Ну, Tiana 2-ю за такие деньги искать, все равно будет подороже в обслуживании. Так что, ну, большинство, конечно, Elmer, бюджетных вариантов. Дальше идет Hyundai. Sonata UF, i30, Солярисов просто полным-полно за такую сумму. Уже можно тоже выбирать, смотреть. Если, опять же, B-класс вы рассматриваете к покупке, B-класс вам интересен, то вот большинство выбора, это, конечно, в B-классе. И можно найти достаточно свежий, хороший бушный вариант и не переплачивать за более новые, которые, по сути, по оснащению чуть получше, но с теми же самыми двигателями, дороже в полтора, а то и в два раза. Но не, да, там чуть свежее по кузову на несколько лет, но стоит ли за это переплачивать вообще. Дальше идет Kia. Cerato 2, Ceed 2 и опять же Kia Rio. Kia Rio, ну это получается тот же самый Solaris, только внешне не отличается. Но Kia, по сути, дороже, чем Hyundai. Но как с полседаном и рапидом, так и здесь вышло, что Hyundai Solaris дороже Kia Rio. Хотя по логике должно быть наоборот, Kia дороже, чем Hyundai. Но тем не менее, вот так. Сидов вторых в основном большинство, Cerato поменьше, больше всего сидов, либо ищите Rio. Дальше идет Mitsubishi Lancer 10. Отличный вариант за свои деньги в те года. Я не говорю, что самый лучший автомобиль. Нет, но за такой бюджет в те годы среди конкурентов C-класса
Отличный автомобиль, который многих своих конкурентов ложит на повал. Многим нравится интерьер салона, скучновато, но внешний весь уже дизайн потрясающий просто за эти деньги. Он хорош, что в отличие от 9-го он не так выгнивает, как, грубо говоря, ВАЗ. В свое время гнили вообще по жести. То же самое, примерно, и 9-й Lancer. Ну, конечно, он получше, но гнил тоже так, достаточно активно. 10 уже держится молодцом, гораздо лучше, конечно, будут там жучки местами, никуда не деться, это машине уже больше 10 лет, но тем не менее, очень серьезный аргумент остается за Lancer 10. Следующие автомобили, я забывал одну марку, и тоже незаслуженно, потому что есть поклонники, есть фанаты, да есть выбор, пусть небольшой, но все же есть автомобили, и они достаточно неплохие. Конечно же, Subaru, но всего их было 8 штук, Outback и Legacy. Outback'ов, по-моему, было 5 штук, и 3 Legacy были за эти деньги небогато, но опять же, если найти очень хороший, свежий среди их всех, 8 штук, самый классный вариант, то, безусловно, автомобиль порадует. И все равно они мелькают, людям очень много нравится. Есть тоже клубы Subaru. Ну, во всех марках есть свои сообщества, клубы. И сейчас не так страшно покупать автомобиль, даже более редкий, либо какой там неизвестный, потому что практически у каждой модели, у каждого концерна, там, марки есть свои сообщества, можно вступить, как я всегда говорю в обзорах, нужно начинать от обратного. Вступить в сообщество, пообщаться с владельцами, узнать, какие бывают косячки, где, самое главное, какие, может, редкие поломки, кто вам может помочь в вашей местности это починить и отремонтировать. А потом уже вы ищете варианты для покупки. Уже основываясь на этих знаниях, вы ищете себе автомобиль. Дальше еще один автомобиль, про который я забывал упомянуть в прошлых видео, но статусный бренд, это, конечно же, Lexus. И за такие деньги Lexus IS 2, тоже хороший вариант, надежный атмосферный двигатель, хороший автомат, конечно, все зависит от состояния и пробега, разумеется, но тем не менее, узловые агрегаты надежные, внешний вид привлекательный, но, к сожалению, у нас всего 6 штук в продаже стоит. А дальше еще один популярный бренд у нас последние годы, для России это вообще пожизненно, это, конечно, АвтоВАЗ. Недавно я заходил в салон, у нас в Бресте Renault Lada раньше было в одном здании огромном два отдельных входа, два отдельных офиса, так, два салона. Сейчас они переехали в одно помещение уже, там стояло три автомобиля, один Logan, одна Гранта и одна Веста. Парковка вся пустая, сидело два этих менеджера или там консультанта, продавца. Вот, и я посмотрел, зашел прайс-лист. Гранта начинается новая от 14 361 доллара, вот так примерно, если на курс доллара закинуть. Опять же, доллар у нас растет, и я не знаю, насколько будет актуальна цена. Вот момент, чуть будет, она дешевле, конечно, может, на пару сотен. Но в целом так, Веста начинается от 18 621 доллар, получается, по курсу, до 24 823, вот так примерно. Я посмотрел на эти цены, посмотрел в целом на автомобили, вспомнил вот этот список, который я до 10 тысяч долларов вам сейчас весь перечислил, и подумал, что давайте пожелаем этим людям ни гвоздя, ни жезла, пусть они счастливо ездят на своих автомобилях и радуются им. Вот. Насчет бэушки, там тоже и Весты, Грант хватает, уже там по выбору тоже можно найти. То же самое, как любой Б-класс, в плане Солярисов, Kia, полуседанов, Рапидов. Но Логанов тем то же самое. Можно найти и Гранту, и Весту. Тут тоже полным-полно вариантов на рынке. Конечно, кроссы будут дороже всего. Но если обычный универсал, либо седан, Весту, то до десятки можно спокойно найти. Достаточно свежий, хороший вариант. Дальше для фанатов. Про BMW и Mercedes я не забыл. По BMW за такие деньги до десятки уже это... Третья серия BMW, это уже E90-3 и E60-5 BMW, но E60 будет подороже и более ушатан за такие деньги. Все равно лучше присмотреться к тройкам. Но если вам попадается отличный вариант, это касается всех автомобилей. Если срочная продажа, люди, может, уезжают, либо срочно нужны деньги, если вам продают, конечно, сочный вариант за такие деньги, пятерку E60, то, конечно, нужно брать. Потому что даже грубо, в сухом расчете, вы потом ее можете перепродать дороже. Через некоторое время, покатавшись, насладившись, но понимая, что вы ее не потянете, вы можете ее продать. За такие же деньги, а может, и дороже. Разумеется,
срочная продажа – это всегда подарок. Для Мерседеса это, конечно же, Цешка и Ешка. Ешка 211 уже будут посвежее, потому что за 10 больше выбора, чем до 8, как в прошлом видео. Но, тем не менее, все равно Ешку, ну, можно найти. Рестовую, если уже 3-литровый дизель, но содержание совсем иное, чем другие автомобили. Ну и, конечно, C-класс. 204-й Мерседес уже можно за такие деньги искать. Но все же лучше Цешку, чем Ешку искать, так же, как и с BMW. Лучше тройку, чем пятерку, потому что троек больше, также и Цешек мерседесовских больше, больше выбор, и они все равно подешевле в эксплуатации. Цена примерно такая получается, потому что курс доллара меняется. Я не знаю, когда видео выйдет, насколько эта сумма будет актуальна, потому что я сначала считал, получалось до 900, там 890-900 тысяч российских рублей, так как у нас 10 тысяч долларов плюс 20% в российских рублях получал 900 тысяч рублей. Сейчас по переводам получается 960-975, тут постоянно все меняется, я не знаю, сколько будет информация актуальна, но все равно грубо до 1 миллиона. И еще один важный момент, я в прошлом видео упомянул то, что на примере 40-й Камри у нас старт начинался 7950 40-й Камри, и я сказал, для России на тот момент это было примерно 680 тысяч рублей, 680-700 примерно. И один подписчик мне написал, что не, Рома, ошибаешься, у нас живая 40-уха будет 900-950 тысяч стоить, не меньше, так что за 700 не найти. Я не говорил про идеальное состояние, и отлично, Камри 40 у нас в отличном состоянии тоже будет девятку стоить, 9, там 8700, 8800, 9, а то и за 9. Но я говорил не 40-уха в идеальном состоянии, я сказал старт цен, ребят. То есть у нас 7900, а в России на тот момент там 680-700. Чтобы вы меня правильно понимали, потому что вот подписчик понял меня неправильно. Я не говорил про идеальное состояние, я сказал именно про старт цен, откуда стартуют от такие автомобили, от какой цены. Вот примерно так, вот 700 тысяч у вас и получалось. У нас-то 7900, конечно, это дрова за 7900 и у вас за 700. Но, тем не менее, старт цен начинается вот такой. Ну вот такой список получился. Дополняйте меня в комментариях, пишите свое мнение. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Счастливо!